Սավեցկի Ղարաբաղ թերթից մենք տեղեկացանք, որ Բաքվի հեռուստատեսությունը վերջին շրջանում շատ հետաքրքիր ծրագրեր է պատրաստում։ Տեսնենք։ Yaxşı. Salam aleykum, уважаемый телезритель. Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей программой передач на завтра. Так. 7 часов 30 минут с Пазаранку за Ятаганку. Народный сельджукский напев исполняет потомственный Паши Бузук Огул Доалбанский. 7.50. Для юных карабахцев. Апе МВДИКА. 8.00. Паки Хиарим Сабах. Репортаж Савашевышской пазы. После 15 по просьбе нахчеванских телезрителей документальный фильм о бедном Хейдаре «Замолвите слово». 8.40. Невероятно очевидное. Красный полумесяц. 9.00. Концерт эстрадной музыки песни «Бюль-бюль огли» исполняет «Нам-нам гизи». Теустриц, Анук на траве. Взаимоотношением военнослужащих и армян на Нагорно-Карабахской автономной области ведет передачу наш дорогой Виктор Поляничка. В 10.00 легко ли быть? Я любим. Легко. О проблемах сексуальной ориентации размышляет мисс Маштахи 90 Хасанов Октай Дзиндзинзаде. В 10.30 бриллиантовая рука. И воспоминает наш дорогой Леонид Ильич Брежнев о Баки. В 11.00 мультипликационный фильм «Чушки-мушки, паяц Ванюшки». В 11.15 Чайковский «Танец покинутой лебеди». Исполняет заслуженный артист Коммунистической партии Азербайджан и КПСС Абдурахман Везиров. Аккомпанирует хор мальчиков из недобитого фронта. В 12.00 художественный фильм «Полет во сне и наяву». Постановщик Латиф Омонов. 14 часов. Зачем вы русские паки не любите? Об устройстве в московских гостиницах русских беженцев из Баки. 15.30 в гостях у сказки. Фильм детям. Красные шапочки специального назначения. 17.00. Кради с нами, кради как мы, кради лучше нас. Клуб юных скотоградов. 18.10 сельский час. О влиянии армянских лобби на всхожесть фасоли в Мишлийском районе Азербайджана. 19.00 дезинформационная программа «Тюнун экрани». 20.00 спокойной ночи, талиши. Вопрос ассимиляции талишей в Азербайджане обсуждает предпоследний талиш последнего талишского села. 21.15 сатаринный молодо-турецкий романс «Ой, да пущу я кишки инородные». 22.00 из Москвы информационно-брежневеющая программа «Безвременье». Телевизионный кинозал «Ретро». Фильм ужасов «Тартаньян и три Фидаида». Затем включим центральное телевидение, покажем ночную программу центрального телевидения. 24.00 «Мамед к Мамеду, возло соседу». Актуальный телемост «Пакхи Анкара». И 01.40 художественный фильм «А зорищ, там не тихий». Первая серия. Такие передачи вы сможете посмотреть завтра. Я тоже кончу. Яхши.